Небольшая сторожевая будка вдоль железного забора едва ли не последнее напоминание о грандиозном строительстве. Работы завершили, так и не успев начать, и тесное помещение облюбовали бомжи. Судя по теплым вещам и запасам продовольствия, новые обитатели стройплощадки готовятся к зиме. Охраняемая территория. Зачем зашли сюда? Тем не менее, на стенах будки еще можно увидеть разрешительные документы некой строительной фирмы «Добро», той самой, которая несколько лет назад взяла в аренду 8 соток парка. Это и стало началом конфликта между предпринимателями и представителями церкви, которые заверяют, что документы для возведения богоугодного места не нужны. А говорит, это вам нужны документы. Мне документы не нужны. Мне владыка сказал «строй». Вырубить деревья и обнести территорию забором – первый, он же единственный этап захвата земли. А что делать дальше, очевидно, еще никто не придумал. Сейчас внушительный участок зеленой зоны и не парк, и не детская площадка, и не церковь. Здесь теперь живут бездомные. Дмитрий Долматов, Алексей Кулигин, Новая Одесса.